В Украине продолжают дешеветь все виды топлива. Розничные цены на бензин и дизтопливо имеют потенциал снижения на 1,5 гривны и спадения мировых цен на нефть. За минувшие сутки цены на все виды топлива в региональных сетях Украины снизились в пределах 10-30 копеек за литр. Об этом сообщает Янкорр со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка консалтинговой группы А95 в пятницу, 16 ноября. В частности, одесская сеть Катрал снизила цены на 10 копель на все виды бензинов. На полтавских станциях сетей «Надежда» и «Татнефть» цены понизились на 10,60 копель. Бензины у киевской «Лаксвин» подешевели на 30 копель, в сети «Глазкоу» на 20 копель. При этом средняя розничная стоимость всех видов топлива по стране 16 ноября снизилась на 1 копель. Отмечается, что розничные цены снижаются вследствие падения мировых котировок на нефть, что уже повлекло снижение оптовых цен в Украине. По прогнозам консалтинговой группы А95, на сегодня розничные цены имеют потенциал снижения на 1,5 гривны, а с учетом последних мировых тенденций их уровень может вернуться на отметки ниже 30 БРНЛ до конца года. Накануне сообщалось, что в период с 14 по 15 ноября стоимость бензинов и дизтоплива на заправках в Украине снизилась на 0,21 БРНЛ. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.